замуж выхожу. Альфа-самец. И мошенник. Подлинность этой картины не вызывает у меня ни малейшего сомнения. Лазовский использовал кисти из конского волоса. Да ладно, что ты мне тут паришь? Я такую же жопу мог вынуть и так же закатать. Сергей Маркович входит в десятку лучших экспертов Москвы. Попал на бабки. Кто там? Где чемодан с баблом, который мы тебе за картину отдали? У меня большие проблемы. Попасть к бабкам в дом престарелых – его шанс на спасение. Я думаю, что и ФСБ тебя здесь искать не догадается. Саши больше нет. Теперь он... Здрасте. Ну и чё ты вылупился, дылда? Дверь закрыл, извращение сраный? Александра Павловна Фишман. Нравится? А еще в фильме есть любовь. Меня Саша. Очень приятно. Александра Павловна. Устоит ли Фишман? Она медсестра. Очень добрая, чистая. Какая вы смешная. Мне кажется, я влюбился. Вот была бы ты мужиком, я бы в тебя влюбилась. Он что-то тычет. Ложись. Этот пояс Гуччи задолбался этими бляхами металлическими. Это да. Я вижу, у нас тут новые лица. Да еще такие приятные. Какая женщина. На удачу. У меня рука легкая. От режиссера «Любовь в большом городе» Александр Рева. «Глюкоза». Сексуальные девочки, сексуальные! В революционной комедии... Женщина, по какому вопросу? Здравствуй, Маша, я Дубровский. Бабушка легкого поведения. Александра Павловна, ты что, лесбиянка? И есть грешок. Обалдеть.